Конечно, у мене шалунішка ще той. Приготовила йому все саме лучше. Амулетик з приправкою, з цибулькою, так як любить. Саме лучше своє більйо достала, яке я одіваю ж, звісно, по праздниках. Саму лучшу постіль застелила. Значить, будуть романтичні свічі, наручники. Ну, це ви поняли, що, дівчата? Кто мне говорил? Кто мне говорил? Саныч, почему ты такой некорректный? Ты говоришь, там какие-то женщины проходят там три кукурузных поля, качану в кучу перепробовали. Ребята, ребята, кто не знает украинский язык? Ну, я думаю, в принципе, поняли, да, что к чему. Вот она. Вот он, качан, ребята. Вот женщина объясняет, чем она будет заниматься с мужчиной сегодня. И у них с помощью этого будет качан. Точнее, в помощь этому будет качан, ребята, конкретный качан. И даже, прошу заметить, уже очищенный, уже подготовленный, как бы. Но я склоняюсь к тому, что многие женщины, наверное, предпочли бы качан с пупырышками, потому что больше удовольствия. Ну ладно, не об этом все, это все херня. Сам факт, ребята, качаны используются ними по назначению. Причем качаны в самом прямом, что ни на есть, смысле этого слова.